Значит, у нас зоопарк на следующий день открылся и уже работает террариум, который мы, в принципе, ждали очень долго. На протяжении где-то лет 3 собирали эту коллекцию животных, которые находятся там. Пополнение нашего зоопарка на следующий день порядка 42 вида животных, которые у нас появились в террариуме. Вот. Ну, я все время говорю, как бы, одно дело, когда у нас животные типа ламы, верблюды, львы, тигры, это очень сложно, как бы, да, там 150 видов животных. А вот на такой маленькой территории, порядка 200 квадратных метров, собралось 42 вида животных. То есть, а еще когда откроется аквариум, это еще будет порядка 500 видов животных. Тогда это уже будет вообще. Кстати, аквариум будет строиться вот здесь. Будет размер от 25 на 13. И 2 этажа. Высота будет порядка 8 метров. Ну, это в следующем году. В связи с ковидом тяжело выйдет сейчас? В связи с коронавирусом ничего невозможно. Ни вывести, ни вести. То есть, как бы, мы... Благо, что мы животных как бы приобрели за мной, ну, за кого-то 2 года назад, кого-то 1,5, кого-то год, кого-то до, как раз до этих событий. А сейчас невозможно никого ни завести, ни вывести, нереально. То есть даже люди не смогут сейчас двигаться с Украины, мы же в красной зоне насколько. То есть, условно говоря, они на передержке где-то были, пока... Да, не, они были у нас в зоопарке, просто они находились в зимниках, которые, как бы, в которых и сейчас находится масса животных, которых мы не можем вывести на экспозицию, потому что... Потому у нас не хватает на сегодняшний день вольеров. Животные размножаются, их много становится. Вот. И по-любому это не так, как в семье. Родился сын, и вот через там, 18 лет ему надо где-то квартиру найти. Ну, не каждый родитель может ему приобрести жилье, правильно? Не у каждого есть своя квартира, собственно. А мы должны каждому нашему жителю, каждому нашему малышу дать эту квартиру. Только не через 18 лет, а кому-то через год, кому-то через 1,5 года, кому-то через 2. Максимально. Поэтому мы это стараемся делать и в меру наших сил, энергии и в меру фитильных, если есть, то хорошо.